планшет Kubu 51 GT C4, четырехъядерный планшет, Talk 7. Talk означает разговорный, то есть этот планшет может работать в 2G, 3G сетях. У него слоты под сим-карточки, одна полноразмерная, которая выходит в 2G и в 3G, и микро-сим-карточка, которая работает только в 2G, и microSD, вход для microSD карточки до 32 гигабайт. Камера 2 мегапикселя без фокуса, без автофокуса, без вспышки. Пластик глянцевый. Этот планшет только в белом цвете. Я другого цвета не встречал. На верхнем торце кнопка включения, выключения, блокировки, качелька громкости. Слева ничего нету. Снизу тоже пусто. Сверху, то есть слева, или вот так держать, когда держим сверху, микро USB разъем и 3,5 мм вход для наушников. Спереди экран 7 дюймов, камера 0,3 мегапикселя и датчик света. Давайте включим планшет. Такой вот яркий экран этого планшета. Здесь матрица IPS. Можете сами увидеть. Очень хорошие углы обзора. Ничего не цветает. Разрешение 1024 на 600 пикселей. IPS матрица. Планшет четырехъядерный. Здесь 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенная память. То есть внутренняя, можно увеличить память до 32 гигабайт с помощью microSD карточки. Планшет бюджетный, цена до $100. Смотрите, ничего не тормозит, все летает в этом планшете. Сенсор отлично работает. Вообще планшет неплохой, я бы сказал, такой среднячок, не очень супер быстрый, но неплохой, все игры тянет хорошо, то есть на нем идут все игры, в конце покажу игры. Давайте зайдем в Antutu. В Antutu 5 устройство набирает 13163 балла. В Динамарке планшет набирает 58,9 кадров, то есть в секунду, то есть FPS. Здесь разрешение 1024 на 600 мп, видеоускоритель. Мультитач тест. Здесь 5 касаний. 6 уже не поддерживает. GPS тест. Здесь GPS хорошо работает. То есть отлично ловит где-то. То есть видит где-то 30-33 спутника. И цепляется к 5 сразу. Ну, потом отключается, втепляется. Ну, хорошо работает. Не заблудитесь с этим планшетом. В Epic Citadel набирает устройство, показывает 44,8 кадров в секунду. То есть 3. 44,3 FPS. 960 на 600 пикселей показывает Epic Citadel. Тест
на выносливость планшета. То есть батарея продержалась при максимальной нагрузке 2 часа 16 минут. Это как включенный Epic Citadel на полную яркость с включенным GPS, Wi-Fi и с громкостью. То есть на полную громкость тоже звук поставили. Вот такой вот результат батареи. На планшет разрядился на 1%, то есть выключился на проценте. Вот здесь с вами посмотрите, на 1%. Вот скриншот. Здесь стоит батарея 3500 миллиампер. Ну, я не знаю, это реально 3500 или нет. На половине света, то есть батарейка у этого планшета 3500 миллиампер, заявляет производитель. Здесь показывает тест 2 часа 16 минут. Я проводил тест при включенном Epic Citadel на полную яркость. Был включен Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Ну вот результат. Выключился планшет на 1%. Процессор у этого планшета 4-ядерный MTK6582. 1 гигабайт оперативная память и 8 гигабайт встроенная. Звук вот такой вот средний. Вот решетка динамика. Есть у планшета разговорный динамик. Все, мы попали. Вот сами можете посмотреть. Не тормозит здесь. Асфальт 8 идет очень хорошо. Без тормозов. Просто из меня игрок не очень хороший. Ну, неплохая производительность у планшетов. Такой твердый середнячок. Можете покупать, не пожалеете. При умеренных нагрузках, то есть день продержится планшет точно. Если понемножку пользоваться интернетом, играми и как телефон использовать. Ну все, на этом пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.